Победившие в турнире по Dota 2 россияне раскрыли планы на приз в 18 миллионов долларов. Подробности в этом выпуске Звезданутых ТВ. Главный турнир года по игре в Dota 2, носящий название The International 10, удалось выиграть российской команде Team Spirit. Победа в финальном матче по данным Матч ТВ принесла участникам киберспортивного коллектива приз в размере 18 миллионов долларов. После окончания финальной встречи игроки Team Spirit побывали в гостях у Twitch-шоу «Поздняя катка», где раскрыли планы о том, на что собираются потратить призовые средства. По словам 18-летнего Ильи Мулярчука, он мечтает обзавестись усадьбой и домиком для своей кошки. Киберспортсмен Александр Хертек пообещал потратить свою долю на покупку собственного жилища для младшей сестры. Еще один участник команды чемпиона с ником Мирослав, присоединившись к ней только минувшим летом, планирует купить себе недвижимость, а своего отца порадовать новым автомобилем. Игрок с ником Коллапс не сумел ответить, на что уйдет его часть призовых. Отметим, что в финале крупнейшего в мире турнира по Dota 2 участники Team Spirit сумели одолеть китайскую команду PSG LGD, которая считалась фаворитом, но за свое второе получила лишь 5 миллионов долларов. Впервые в истории чемпионства в таком крупном киберспортивном соревновании достается российской команде. Team Spirit существует всего 5 лет. На этом все. Если болели за наших ребят и рады их победе, ставь лайк этому видео. До встречи. Пока.